2 марта 1945 года. В течение 2 марта юго-западнее Кёнигсберга наши войска в результате наступательных боев овладели 5 населенными пунктами и железнодорожной станцией. В районе Грудзянс они вели бои по уничтожению окруженного гарнизона противника, в ходе которых очистили от немцев южную половину города. За 2 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 39 немецких танков.